Семинар-совещание по совершенствованию деятельности служб психолого-медико-педагогического сопровождения проводит Министерство образования и науки Краснодарского края и Управление образования Анапы. Наш город выбран местом проведения семинара не случайно. Мы сегодня проводим наш уже очередной, третий по счету, семинар для специалистов и руководителей психолого-медико-педагогических служб. Выбор Анапы совершенно не случайен. Данное муниципальное образование, ваш очень ласковый, очень теплый, очень гостеприимный город, всегда отличался четкой и высокопрофессиональной системой работы с детьми, имеющими ограничения в своем развитии, в своем здоровье. Есть определенные достижения, которые бы нам хотелось продемонстрировать коллегам из 8 муниципальных образований, которые сегодня приехали в Анапу. Для нас очень важно, чтобы коллеги смогли увидеть не только передовой опыт, который в Анапе, безусловно, есть, но и рассказать о том, что они делают в своих муниципалитетах, какие есть проблемы, что необходимо нам, Министерству образования и науки Краснодарского края, сделать, чтобы эта работа вышла на более современный, качественный, эффективный и приносящий пользу каждому ребенку с особыми образовательными потребностями уровень. 64 педагога из различных регионов края встретились за круглым столом в школе номер 6. Педагоги делились опытом медико-психолого-педагогических служб. Досконально был рассмотрен опыт анапской службы. Во-первых, одной из самых больших на Кубани. В ней работают 24 специалиста. И во-вторых, анапская служба имеет статус освобожденной. Создана в 1998 году и, естественно, накопила богатый опыт. Лариса Басова, Алексей Мухуртов, Анапа регион.